В Казахстане запускают первое реалити-шоу об экологии. Съемки будут проходить на природе во всех регионах страны. Подать заявку на участие может любой желающий, достигший совершеннолетия. Из них организаторы отберут 16 человек, каждый из которых должен представить свой экопроект. Реалити-шоу акцентирует внимание на многих экологических проблемах. Победитель получит 10 миллионов, 5 миллионов предусмотрено за второе место и 3 за третье. Общий призовой фонд составит около 20 миллионов тенге. Проект спонсируют за счет привлечения инвесторов и партнеров. Это будет настоящая бизнес-школа. Мы будем учиться зарабатывать, спасая планету. Через проект пройдет сотни бизнес-планов, экологических бизнес-планов. Мы сами вместе с участниками будем смотреть, что работает, что не работает. По сути, это будет бизнес-учебник по экологии. Основная цель проекта – развить экокультуру населения. Реалити-шоу будет транслировать в новом сезоне телеканал «Хабар» с сентября по декабрь. Также в честь запуска проекта в столице прошла акция. Волонтеры раздавали прохожим эко-сумки.